Вы, наверное, шаманы. Господи, там тебя. Иди, знаете, куда? Вот туда. Вот туда, да, там. Хорошо, и туда. Каждому попасть здесь чего-то. Да ты? Один раз в месяц. Дети, дети. Не было. Спасибо. Ну? Видишь, вот эту дырочку. Вот сюда надо строить. Не было. Вот сюда. Хорошо?
Мяч давай сюда, один. Один. Так. Артем. Ты защитник. Я буду пытаться. Так. Да. Ты будешь защищать от тебя. Можно мне выходить? Нет, нельзя. Так, кто тебя будет закрывать? Нет, 2000 нет. Диана, иди сюда. Ой, Аделина, иди сюда. Нет, Аделиночка, присядь пока. Сейчас тебе скажу, кто. Андрей, иди сюда. Значит, смотри. Вот задача, Андрей, вот задача не дать тебе забросить. Будь аккуратно, Андрей. Да. Андрей, вот сюда становись. Не так. Считай, что это твоя сестричка младшая. Бери мяч. Готова? Значит, одной рукой защищаешь. Ты стараешься туда забить. Да, может ты еще, может рядом. Хорошо. Стоп, стоп, стоп! Мячик. Так, Григорий сюда. Вика, бери мяч. Григорий, оставь мяч. И рукой. Иди сюда, Саша. Все, где Андрей? Андрей! Хай, давай вперед! Полчаса! Вика забрасывает, ты защищаешься. На рукой. Понятно? Хорошо. Давай, не давай. 1-0. Эй, не надо так сильно бить. Так, хорошо. Руслана, сюда. Руслана, сюда. Свечка. Ты защищаешься. Олеся, да не надо бить сильно чуть-чуть в сторону. Так, надо взять. Приготовила. Посмотри, там видишь, ты будешь вместе с ними. Ты бросаешь, и ты, а ты защищаешь. Держи меня. Вика, стоп. Еще раз. Эй, у вас еще одна пара. Будьте аккуратны. Она нападает, Руслана защищает. Аджина, поехали. Так. Вадим, бери мяч. Вадим, нападай, ты защищаешься. Сюда, Вадим. Иди сюда. Стоп, стоп, стоп. Смотрите внимательно. Стоп, 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 стоп. Еще раз. Ты нападаешь, ты защищаешься. У вас будет еще одна пара. Вадим, нападай, ты защищаешься. То есть, если ты мячик отбила, то не надо, ты просто чуть-чуть в сторону откинешься. Хорошо? Ты защищаешься, смотри сюда. Хаджина! Нет! Дай ей мяч, ты нападаешь. Давай. Отзывай, отзывай. Да. Это что?
10 раз, кто хочет в форме, вытяжки.
кубиками летом. Не хочу. Так. Вот, молодцы. Мальчики хотят. Мальчики хотят, молодцы. Кто сейчас в уборе, где мальчики? Мальчики ушли. Так, Артем. Сколько нас? 11 человек. 11 это 3. 3, 3, 4. Правильно? Я с Артемом сейчас один. О! Кто? Я с Артемом Становись. Я Руслана. Так. Руслана и Беатрис. Сюда. Аид, сюда. Играем баскетбол, регби. Без подсечек. Так. Только кулаками и ногами. Ногами бить нельзя. Руками бить. Я стараюсь. Только команда Матер. Вы бросаете туда, защищаете здесь. Готовы? Без бросков. Будьте аккуратны. Готовы? Да. Как ты, куда ты стоишь? Ты сюда забиваешь? Нет, туда. Так сюда. Отсюда. Да. Пошли. Девочки. Только те, кто играл, ушли серии. Следующие вышли.
хочу кидать. Я не хочу. Вот две вещи, чтобы ты мяч можешь выдвинуть. Ты можешь мяч дофигнуть, да? Ты можешь просто положить. Так, что вы ко мне подошли? Как построились? Вот, вот тренер стоит, вот я. Лицом ко мне. Вот там построились. Кто не играл? Встаньте, встаньте. Вот лучше ребенку встать. Красиво. А, сейчас не надо. Туда, назад. Значит так. Играешь здесь. Сюда, впереди. Так. Вы вдвоем. Вы вдвоем. Играете здесь. Да, Олежка. Что вы за руки держите? Слушай, детский сад. Жасмина сюда. Аделина сюда. Вадим сюда. Еще раз. Эй, мои хорошие. Не надо бегать быстро. Вот где у меня Беатрич. Она берет и бежит. Если они впереди, возьми мячик тогда. Вы готовы? Да. Пацаны, мы втроем пошли. Три вообще. Стоп, Мате. Мате, разошлись команды. Та команда спит. Тормозил. Да, затормозил. Еще раз посмотрите, кто играет. Раз, два и в один, три. Значит, вы уже встречаете это кольцо, попадаете туда. Все, Пацаны. Не давай. Вот так, Вадим, сам. Вот ты теперь сам. А вот это молодец. Чуть-чуть бежать, чуть-чуть не пускать. Ты не можешь. Андрей. Андрей, Андрей. Ручку подымей. Андрея. Не дай, не дай бросать, ручку подымей. Аделина, отойди дальше, ручку подымей. Молодец, Вадим, сюда, Вадим, открой, ручку подними. Вот Вадим есть, да, вот, Жасмин. И Жасмин накидает. Молодец, умница. Михаила, молодец, класс. Аделина. Стоп, стоп, стоп. Не пад, положи мяч. Положи мяч. Ну, во-первых, раз, вот касается вас двоих, девочки, вы становитесь под крыльцо, поднимаете руки, но вы же не защищаете его. Вы только будете отсюда вытаскивать, или хорошо. Где защищать? Вот, например, вот Олеся. Вот посмотрите, если вы стоите здесь, Олеся все равно, она может попасть, не попасть, но она будет кидать. А если я сделаю два шага вперед и поставлю здесь руку, она уже не кинет. То есть не стоять под кольцом, а чуть-чуть в сторону. Она уйдет в сторону. И ты подвинешься в сторону. Приготовились? Бери мяч. Хорошо, да? Стоп! Мате! Мате! Не двигаться! Не двигаться. Мяч можно? Не бросать мяч. Встань сюда, Олеся. Олеся, сюда. Ой, я извиняюсь. Вот смотри внимательно. Подними руки. Покажи, посмотри на меня. Посмотри на меня. Ты не бойся ничего. Вот ты стоишь. Еще раз вернись. Ты хочешь передать мяч, но тебе приходится очень высоко кидать. Посмотри, что надо сделать. Нужно сделать шаг в сторону и отдать мяч. Еще раз, да? Еще раз, посмотри. Покажи, что ты хочешь вверх бросить. Что ты сделаешь? Ты поднимаешь руки. Подними руки. Подними руки, да? И делаешь шаг в сторону и делаешь пас. Так, команды разошлись. А что, Олеся, Коля, Андрей, что ты убежал? Мате, стоп! Положили мяч на центр. Команды разошлись. Следующее. Что? Стоять, опять девочка мне. А команда? Она не девочка. Все. Ты встань туда и поменьше болтай. Ты сейчас, да. Встань сюда.
Передайте мячик. Низом. Низом. Готовы?